Привет, ребята, с вами Саня, не Саня. И сегодня я открываю киндер. А вот уже одно уже почти открыла. Привет всем. У нас, как видите, сегодня туманная такая погода у моря. Очень тепло. Мы решили все равно на солнышке загорать уже не будем. Купили Сане всяких киндеров. Потому что... Это серия новые поиски в Доре. Да, вот новая вообще серия. Саня будет открывать, а я буду, наверное, с ней тут разговаривать, смотреть и что-то тут разговаривать. Да, откроем. Вот это нельзя уже его приоткрыть. Давай. Вот. Я сама. Смотри, что там. Это знаешь что? Это такой, вот такой этот носорог, а вот на этом можно рисовать. Вау, какой классный. Будем показывать, что же это такое. Да, я знаю, как это делать. Вот, смотри. Видишь, можно так, рисую. Вот, всего нарисовал. Ну, и все. И стерлась. Классно, это очень сильно. Ну, попробуй что-то нарисовать. Так с пальчиком надо рисовать. Да, вот, видишь? А тут нету с чем? Нету. Нет, вот смотри, кто рисует. Вот этот носорог. Видишь как, Саня? Давай, бери. Вот, вот так. Вот как красиво. Получается. Супер. А теперь вот так в другую позицию и все стирается. Супер. А теперь я попробую. А как он потом прилепляется к этому экранчику? Ну, давай нарисуй что-нибудь. Не та позиция. А теперь стери. А сейчас я не буду стирать. Я хочу что-нибудь нарисовать. Она давай мне. Сейчас я попробую. Вот так вот. Смотри, я могу. Тоже я шоколадку. Хочу. Смотри, я вам покажу. Я тоже нарисую. Ай, нет, не та позиция, наверное. Да, да. Тут Саня знает, какая позиция. Ой, какая классная сердечко. Вот, покажи. Смотри, Саня. Вот этот классный носорогчик такой. Потом вот так вот берешь. Оп. Смотрите, все пропадает. Смотрите, прям мячик. Пух! И нет. Супер. Класс. Давай открывай другой. Давай. Вот как классно тут все сделано. Вот такая. Супер. Угу. Давай я тебе вот так вот. Не оранжевая капсу. Не сиреневая. Машинка? Да, классно. Это... Ее можно запускать. Так, смотри. Давай. Ничего. Знаешь, наверное, с ней надо играться, а не на песке, да? Ну, вот, смотрите, такая вот, ребята, классная машиночка. Мы с ней, наверное, поиграемся дома, да, с такой? А вот это йога. А там вот это... ничего, не бойся. Шоколада захотелось. Ну, давай, Саня. Вот. Да, на шоколадке. Оранжевая, какая-то Дори будет. Белуга, это я ее мечтала получить. Давай покажем. Вот, это брызгалка. Как раз нам, кстати, тему. Ну-ка. Это брызгалка. Давай. А я посмотрю бумажку. Да, вот с ротиком набирается водичка. Класс. Нет, вот здесь, куда выбирается вода? Вот, Саня, смотри. Через ротик? Да, вот, видишь, как показано? Вот. А, набирается. И животик вот так вот делаешь. Вот, видишь, кнопочка такая? Это мягкая такая кнопка. Ну, супер. Я сегодня, моя, у меня есть эта белуга, знаешь, огромная. Да, ну, там, да. Вот. И там она... что это будет ее ребенок. Вот, наша коллекция. Давай открывать еще. Ну, а какое это? Где солнце? Где солнце? Аня. Не
Давай, ты Саня, давай солнце нам. Динча, шоколада. Это классная очень серия. Опять какая машина. Гоночная. Ай, она из двух сторон, видите, такая. Гоночная. Такая. А эта кнопочка что-то делает? Давай посмотрим. Какая? Она что-то делает, видишь, там кнопочка? Такая вот есть, видишь? Вот. Ай, тогда крутятся колеса. Я да, боюсь если, даже нажимать. Если нажимаешь, тогда крутятся колеса. Ну-ка. Вот давай. Другую, может, сторону? Нет, она не нажимается. Попробуй. Давай я попробую. Давай попробуем понемножку сделать. Она нет. Вот. Вот, видишь, нажалась. И что? И она поднялась вся. Видишь, как колесики поднялись? Смотри. Колеса поднялись. Видишь? А потом, если другой, так другое. Да, другое. Да, 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 да. Двухсторонняя да. Машинка. Да. Ну, давай, у нас вот сюда ложи. Еще два сюда. Что? Вот. Давай делать вот такие, как салфетки. Салфетки. Валка, Соня коллекционная карта. Это очень классная серия, ты знаешь. А, Саня, какие красивенькие оба. Да, я себе. Это волк и волчонок, да? Или это что такое? Это волк. Ой, он к спинке прилепляется, видишь? Да, вот, смотри. Волк. Ой, тут даже тебе да, написано, да. Смотри, вся информация. Да, я хочу. Ай, знаю. Видите, как классно, ребята, написано. Вот. Показано, что едят волки, что мясо едят, сколько бывают они сантиметров. Ну, сколько? Вот от ножки до ножки до 80-95. Короче, вообще почти метр. Представляете, да. Весят от 36 до 45 килограммов и слышат 6-7 километров. Представляете? Ну вот. И вот. И он вот так вот, Саня, там было показано. Нет, смотри, видишь, он прям нажимается. Вот. Вот так вот. Вот какой красивый. Ну супер. Ну и давай. Последний наш киндер. Ну, да? Коллекционный. Ну давай. Откуда ты узнала вот про эти цвета, что один коллекционный, другой нет? И в мешкейте. Поняла. Папа Мискейте, наверное, все знает там о игрушках. Ну, опять этот рисователь, но другой. Ну, давай. Будет один тебе, другой мне, и мы что-нибудь нарисуем классное, да? Ну, что, а что это за это, чудище? Что это за чудище? Не понимаю. Какое это чудище? Давай посмотри, что-нибудь такое, что там такое. Я попробую его делать. А, это... Это как будто... Это змея. Видно деревья? Вот это, да? Да. Ну, давай. Валка, надо еще бы купить 5 киндеров. 6. Ну, давай, Саня, что-нибудь нарисуем ребятам. Давай. И ты от тебя, и от меня. Давай. Тут видишь, где нолик, значит, не рисует, а где вот другая сторона, значит, знаю. Рисует. Давай, я нарисую. Я знаю, что нарисую. Не буду подсказывать. Смотрите, у меня какая красивая картинка вышла. Покажи. Солнце. Покажи. Море. И птички. Да? Okay. Чайки, где мы вчера их кормили, да? Как классно получилось. А мне вот это самое понравилось больше со всей этой, что мы тут с тобой. Классно. А потом вот так. Оп, и все стирается. Ну, я хотела написать Сауле, но мне немножко, вот смотри, не получилось. Да. Но я чуть-чуть написала. Не шедевр, конечно. Не шедевр, но все равно. Классно, да?
Ну что, и со всей, что тебе самое большее понравилось? Белуга. Белуга понравилась. Как раз к морю, да? Ну что, немножко... А давай, знаешь что? Давай пойдем наберем воду и покажем, как она брызгает. Ну давай, беги. Беги. Побежали. 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 Побежали набирать воду. Ой, смотри, подожди. А, белуга. Мама, подожди. Получилось. Ну давай, на камеру покажем. Вот белуга. Ой, ну. Брызгается, ага, и только видишь. Посмотри на пузырьки такие идут и все. Ага. Но белуга самая классная. Вот погода такая, водичка очень теплая. Наверное, будем потом понемножку сделаем какую-нибудь зарядочку и пойдем искупнемся. Только надо немножко, так знаешь. Вода теплая? Да, очень теплая. Ну что, Саня? Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.